Добрый день, друзья, еще раз. Возник вопрос, что такое шагрень. Хочу продемонстрировать, что это такое. Шагрень — это вот такое покрытие, поверхность. Видно, да? Это то, что клеится после того, как лодка покрашена и абсолютно готова. Клеится для чего? Для того, чтобы, ну, здесь в данном случае ноги не скользили. Здесь для того, чтобы попа не скользила. В шагрене есть разные виды шагрени. Некоторые делают шагрень с песочком. Это оригинальная шагрень. Это оригинальная американская шагрень, американского производства. Вот. Работая с этой шагренью, есть один нюанс, один момент. У нее есть направленность у шагрени. Обратите внимание, да, что направленность в какую-то сторону. Ну, в данном случае по ходу лодки. Вот. И здесь надо смотреть, чтобы вырезая шагрень, чтобы было корректно. Да? Почему? Потому что вот это, допустим, видно, да, здесь такая разница. Эта часть по отношению к этой части. Эта шагрень вырезана некорректно. То есть сюда ее ставить нельзя. Вот сюда. Она была думана сюда. Ну, на сиденье, да, верхнее. Но сюда ее клеить нельзя, потому что она имеет другое направление. То есть она не годится. А шагрень можно заказать у нас. Пожалуйста, обращайтесь.